Девчата-котята, всем большой привет, добро пожаловать! Сегодня мы с вами будем болтать о новинках косметики. Сегодня будет уходовая косметика и также декоративная. Давайте начинать, поехали! Начну сегодня с ухода за кожей тела. Осенью становится холодно, плюс скоро включат отопление, и воздух становится очень сухим. И я всегда осенью и зимой начинаю страдать от того, что у меня очень сильно пересыхает кожа на теле. В общем-то, я каждую осень и зиму вам на это жалуюсь, поэтому я стараюсь в холодный период переходить на такой более мягкий, более питательный, более маслянистый уход для тела. И сегодня у меня как раз такие новиночки и будут. И начну я с вот этого прекрасного кокосового комбо для тела. Это скраб и крем-баттер от Mixit с ароматом кокоса. И аромат — это то, на что я в первую очередь хочу обратить здесь ваше внимание, потому что эти средства так вкусно пахнут. Мне прям хочется взять ложку и начать ложкой поедать этот скраб. Но, конечно, так делать не нужно. Он пахнет прям как какая-то кокосовая выпечка. Я как фанат всего с ароматом кокоса и всего со вкусом кокоса, ну, просто не могла не влюбиться. Запах, ой, просто умопомрачительно прекрасный. И вот на осень как раз такие сладкие, гурманские, обволакивающие ароматы, мне кажется, это то, что нужно, потому что они очень хорошо поднимают настроение и создают такую уютную атмосферу. Из скрабирующих частичек в этом скрабе содержится морская соль, скорлупа грецкого ореха и кокосовая стружка. Не пугайтесь скорлупы грецкого ореха, она здесь очень мелкого помола, прям вот как песчиночки, очень маленькие частички. И этот скраб абсолютно не царапает и не дерет кожу. Я бы даже сказала, что он такой достаточно мягкий, он ощутимо скрабирует, ты чувствуешь после него эффект, кожа становится такая мягкая, гладкая, отполированная, но при этом он не дерет кожу. Если у вас чувствительная кожа и вы не можете пользоваться какими-то экстра жесткими скрабами, вот этот скраб, я думаю, вам понравится, он весьма мягкий. Здесь в составе есть масла, масло сладкого миндаля, масло кокоса и масло ши, и когда ты разносишь скраб по коже, ты чувствуешь, что у него маслянистая формула, а когда начинаешь его смывать, он превращается как в такое нежное молочко. И он хорошо смывается с кожи, маслянистой пленки на коже не остается, но при этом ты чувствуешь, что кожа такая, как будто бы уже слегка увлажненная. От него нет сухости и нет стягивания кожи. Очень мягкий, приятный, классный скраб. Мне прям очень понравился. И второй продукт из этой же линейки — это крем-баттер для тела. Люблю вот как раз на осень и на зиму такие питательные текстуры. У этого крем-баттера плотненькая текстура. На первый взгляд кажется, что он прям такой, ну, очень жирненький и будет тяжело разноситься по коже, но на самом деле нет, текстура у него тающая по коже, он распределяется легко, и более того, он даже достаточно быстро впитывается, что вообще для баттеров нетипично. В составе здесь также содержатся масла, это масло макадамии, масло ши и масло кокоса, и помимо этого из полезности тут еще пантенол, витамин А и витамин F. Кожа после этого баттера мягкая, нежная, напитанная. Если использовать эту парочку вместе, кожа потом достаточно долго пахнет кокосом. И, кстати, цена на эти продукты прям, ну, очень лояльная. Я бы даже сказала, что качество здесь гораздо выше, чем цена. В общем, девчонки, присмотритесь. Классные продукты на осень. Продолжая тему ухода за кожей тела, у нашего с вами, девчонки, любимого российского бренда Гильтек вышли классные новинки. Это увлажняющие масла для душа. Они с тремя разными ароматами. Про ароматы поговорим позже. Сначала обсудим уходовые свойства этих масел. В чем вообще фишка масла для душа? Масло для душа очень мягко, нежно и бережно очищает кожу. Это гораздо более мягкое очищение по сравнению с гелями для душа. В маслах для душа акцент смещен на уход за кожей. И масла для душа — это просто идеальный вариант для тех, у кого сухая кожа, для раздраженной кожи, для чувствительной кожи. И эти масла подходят даже для тех, у кого атопичная кожа. У них очень такая нежная шелковистая текстура, и при контакте с водой масло превращается в очень нежное молочко, которое питает кожу. И при этом мне понравилось, что эти масла хорошо смываются с кожи и никакой пленочки на коже не остается. И еще здорово, что они немножко пенятся. Здесь такая прям легкая нежная пенка, и этой пенки достаточно для того, чтобы хорошенько промыть тело и чтобы было ощущение чистоты. Я пробовала много разных масел для душа, и многие из них вообще не пенятся. И из-за этого, знаете, вот чисто на каком-то психологическом, подсознательном уровне
создается ощущение, как будто бы ты слегка не домылась. Когда продукт хотя бы немножко пенится, именно вот с психологической точки зрения, как-то это комфортнее. Чувствуешь большую чистоту и свежесть. А здесь в составе содержатся пребиотики и антиоксиданты. Они заботятся о микробиоме кожи, восстанавливают защитный барьер кожи, что защищает кожу от пересыхания и от раздражения. Давайте теперь поговорим про ароматы. Начну с того, который держу в руках. Этот аромат называется мускус и зеленый чай. Мне, кстати, именно этот аромат понравился больше всего. Такой свежий, бодрящий. Я бы сказала, что это унисекс аромат, подойдет и для мужчины, и для женщины. Вообще, в принципе, все три аромата, на самом деле, можно назвать унисекс. Они все такие достаточно гендерно нейтральные. Если хотите свежий запах, присмотритесь к мускусу с зеленым чаем. Аромат хлопок и цитрус тоже такой свеженький, бодрящий. Хлопок придает такие нотки чистоты. И третий аромат называется мандарин и бергамот. И он такой прям кисленький, искрящийся, позитивный, прям, я бы даже сказала, поднимающий настроение. Все три аромата достаточно деликатные, не яркие, в нос не бьют. Гельтек предоставили специально для моих подписчиков скидочный промокод, за что им большое спасибо. Промокод POTANINA16, он дает скидку 16% на весь ассортимент бренда на Озон. И действовать он будет с 14 по 18 сентября. Если что-то хотели попробовать от Гельтек, пользуйтесь, пока есть такая хорошая скидка. Ссылочка и промокод ждут вас в инфобоксе. Следующий продукт — это скраб-эксфолиант для глубокого очищения кожи головы с ахаокислотами и минералами от бренда Arabia Laboratories. Я так поняла, что это у них новинка, потому что у них был какой-то другой скраб для кожи головы, который я, кстати, не пробовала, а вот этот скраб я только недавно вообще увидела в продаже в разных интернет-магазинах, решила попробовать, и, девчонки, это оказался классный продукт. Здесь такие очень мелкие скрабирующие частички. К сожалению, я не поняла из описания, что именно это за частички. Видимо, это вот те самые как раз таки минералы. Знаете, по ощущениям похоже на такой очень мелкий песочек. И вот этот мелкий песочек так классно отшелушивает кожу головы. Ты потом чувствуешь очень классную свежесть, волосы жирнятся медленнее и появляется ощущение, как будто бы кожа головы начинает прям дышать. Плюс здесь в составе еще содержатся ахаокислоты, которые дополнительно отшелушивают кожу. Мне понравилось, что здесь очень много скрабирующих частичек, и они не таются при соприкосновении с водой, потому что часто скрабы для кожи головы делают на основе сахара или соли, а сахар и соль при контакте с водой начинают растворяться. И ты начинаешь массировать кожу с этим скрабом, и просто буквально за несколько секунд у тебя под пальцами эти частички соли и сахара растворяются, и такое отшелушивание получается очень слабым и неэффективным. Здесь же вот эти вот песчинки вообще не растворяются. А здесь нет никакого мятного или ментолового компонента в составе, поэтому чувство холодка после этого скраба не ждите. Но для кого-то это даже будет плюсом, потому что, знаешь, что не все любят вот это вот ощущение мятного холодка на коже головы. Но я бы, кстати, была бы рада, если бы сюда добавили еще мяту или ментол. Но в целом мне этот скраб понравился. Хороший, работающий, эффективный скраб. С уходовой косметикой на сегодня все. Давайте переходить к декоративной косметике. У бренда Catrice вышли весьма интересные новинки. Я когда их увидела на золотом яблоке, прям сразу закинула в корзину, потому что они прям очень меня сразу заинтересовали. Вышло у них два новых тональных средства. Начну с какого? Давайте начнем с вот этого, потому что оно более необычное. Это пудра-тональный крем. То есть это такая плотная пудровая тональная основа. Раньше такие плотные пудры были очень популярны. Это было где-то вот в начале 2000-х, в конце 90-х, когда я была, в общем, маленькая. Тогда, мне кажется, все женщины только такими тональными основами и пользовались. Это была либо пудра Флёр, либо какие-то другие пудры. Ну, в общем, жидкие тональные основы в те времена были не очень популярны, а потом как-то жидкие тональные средства эти пудры плотные вытеснили. И вот сейчас периодически разные бренды выпускают что-то подобное, но как-то вот еще ни одна такая плотная пудра не смогла поселиться у меня в косметичке, потому что все что-то как-то вот не так. Они обычно очень как-то инородно выглядят на лице, смотрятся так, как будто бы у тебя какой-то слой штукатурки, очень такие заметные, подчеркивают шелушение и так далее. Но все равно я решила эту пудру попробовать, ну, как бы, мало ли, может быть, сделали что-то классное. И на самом деле это оказалось очень классная пудра. Она очень красиво лежит на коже. Она
маскирует недостатки, у нее средняя степень покрытия, при этом она не выглядит на лице как слой штукатурки или муки. Я взяла для себя оттенок 020N, оттенок подошел мне просто прекрасно. И первые часа 3 на коже она выглядит, ну, просто восхитительно. Я когда первый раз ее тестировала, думаю, ну все, прям хоть отдельный ролик про нее записывай, настолько вот она мне понравилась. Но часа через 3 после нанесения она начинает очень сильно исчезать с жирных участков кожи, к сожалению. Поэтому, если у вас жирная кожа, имейте в виду, что это не очень стойкий продукт. Но на сухих и нормальных участках кожи она у меня держалась весь день и выглядела прекрасно. Я буду пробовать еще ее использовать с разными базами под макияж, посмотрю, может быть, смогу подобрать под нее какую-то матирующую базу, которая будет продлевать стойкость этой пудры, потому что, ну, она действительно классно выглядит на лице, и плюс очень простое нанесение, буквально несколько движений пуховочкой по коже, и у тебя красивый выровненный тон, и кожа выглядит такой прям холеный. Здесь двойной футляр, с нижней стороны футляра есть зеркальце и такой силиконовый плотный спонжик, которым достаточно удобно эту пудру наносить на лицо. Я пробовала ее еще наносить пушистой кистью, но тогда эффект получается такой более полупрозрачный, и тогда эта пудра выглядит уже не как тональная основа на коже, а как просто какая-то такая финишная бежевая пудра. В общем, спонжиком родным мне понравилось наносить ее гораздо больше. Я сегодня много говорю про осень, и знаете, осень вообще для меня на самом деле особенное время, потому что именно осенью, 5 лет назад, я ушла с работы в найме и стала работать на себя. И это было одно из лучших решений в моей жизни. Фриланс дает тебе очень много возможностей. Ты можешь самостоятельно строить свой график, ты можешь работать из любого места, ты устраиваешь себе отпуска и выходные тогда, когда тебе удобно, а не тогда, когда тебя отпускает работодатель. Плюс на фрилансе у тебя нет потолка в заработке и в развитии, все зависит только от тебя. Знаю, что многие хотят попробовать себя на фрилансе, но просто не знают, с чего начать. И я хочу вам посоветовать бесплатный мастер-класс с гарантированным трудоустройством. Автор мастер-класса Мария Лебедева. Она начинала с нуля на фрилансе и сейчас имеет более 7 лет опыта в онлайн-образовании. За последние 1,5 года она работала с сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Мария трудоустроила более 1000 учеников по всему миру, а еще она поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом, в этом бизнесе миллиарды долларов, миллионы учеников, вакансий все больше, но при этом некому настраивать и обслуживать новые онлайн-школы. Меня особенно подкупает в Марии то, что ее цель не просто обучить тех, кто хочет работать удаленно, ее цель также дать заказы своим ученикам, трудоустроить их. Вместе с Марией вы сможете закрыть свои долги и работать удаленно в комфортное для вас время, а также освоить профессию, в которой конкуренция в разы ниже, чем, например, в нише копирайтеров, SMM-щиков и таргетологов. Вакансий сейчас гораздо больше, чем специалистов в этой нише. Ссылочку на бесплатный мастер-класс по фрилансу Марии Лебедевой оставлю в описании под видео. Регистрируйтесь. И, кстати, еще приятный бонус. Всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке. Еще одна новая тональная основа от Catrice называется Nude Drop Tinted Serum. И это флюидная тональная основа с такой очень жиденькой формулой. Я выбрала для себя оттенок 020W, и, честно говоря, я не знаю, почему я выбрала именно этот оттенок. Надо было брать с буковкой N, нейтральный. Но я почему-то решила взять с буковкой W, то есть это теплый оттенок, и этот оттенок оказался прям таким конкретно желтым. Ну, у меня достаточно теплый подтон кожи, поэтому, в принципе, на мне смотрится нормально. Но имейте в виду, что этот тон прям, ну, конкретно так желтит. Вообще, в принципе, тональная основа от Catrice. Обычно все грешат тем, что они весьма такие желтенькие. У этого тона очень легкая текстура, он вообще не ощущается на коже, он дает такое легкое невесомое покрытие. Степень покрытия у него от легкой к средней, можно чуть поднаслоить, тогда какие-то небольшие недостатки кожи он перекроет. Если наносить тонким слоем, то тогда никакие постакне, никакие пятнышки он вам не перекроет, он вам просто выровняет общий тон кожи. Финиш у него полуматовый. Смотрится на коже очень естественно, но у меня с этим тоном возникли некоторые заминочки при распределении, потому что он плохо распределяется кистью. От кисти он прям конкретно полосит. Его лучше всего распределять либо спонжиком, либо еще лучше просто пальчиками. Вот тогда он ложится красиво. Если вот вы любите такие легкие флюидные тональные основы, я думаю, что вам понравится. Если, кстати, сравнить его со знаменитым Liquid HD от Catrice, это прям совершенно разные продукты. Liquid HD, он матовый, он такой
плотный, он достаточно заметный на лице. Это тон полная противоположность, он выглядит, ну, максимально натурально, знаете, типа как своя кожа, только лучше. На комби кожи он отлично себя ведет, с жирных участков кожи он быстро не исчезает, и если матирующей пудрой пройтись по Т-зоне, этот тон будет хорошо у вас держаться и выглядеть в течение дня. Также у Catrice вышли вот такие кремовые румяна, которые называются Cheek Flirt. Я выбрала эти румяна себе в 30-м оттенке Rock'n'Rose. Оттенок, кстати, классный, не знаю, почему он называется Rock'n'Rose, все-таки, на мой взгляд, он персиковый, а не розовый. И здесь такой очень освежающий персик, и с этими румянами ты выглядишь такой прям свеженькой и здоровой. Но на этом плюсы, в принципе, закончились. Мне не понравилась формула этих румян, потому что они липкие. Они по текстуре как кремовая помада. Вот просто ты можешь взять свою кремовую помаду, любую, которая тебе нравится по цвету, и нанести в качестве румян, и будет то же самое. Я все-таки люблю кремовые румяна, которые фиксируются на коже и после которых не остается липкость. А здесь липкость ощущается даже если сверху нанести пудру. Я сегодня, кстати, эти румяна наносила, потом сверху припудрилась матирующей пудрой, и вот я трогаю места, где у меня нанесены румяна, и я все равно чувствую вот эту вот кремовую, какую-то вазелиновую текстуру. Поэтому считаю, что эта новинка неудачная, и советовать ее не буду. И четвертая новинка от Catrice — это очень интересный продукт для бровей. Называется он Brow Stick Stay Natural. Оттенок у меня не вижу какой, где написан оттенок. Оттенок у меня 0,20. Стик для бровей водостойкий. Я когда заказывала его, было вообще на сайте непонятно, что это будет такое. Что вообще такое стик для бровей? Маркер для бровей, понятно. Там помадка, понятно. Тени, понятно. А стик для бровей, это что? В общем, интересно было попробовать. Оказалось, что это такой большой карандашик для бровей с восковой формулой, или по-другому можно, знаете, как охарактеризовать этот продукт, как компактная помадка для бровей в виде стика. Вот, вот так будет точнее. Текстура как у помадки, восковая, кремовая, и поначалу я, когда открыла этот стик, думаю, ну какая-то ерунда, как вот таким бревном можно вообще брови себе накрасить. Но на самом деле оказалось, что это очень даже интересный продукт, и оформлять брови этим стиком очень просто. Если ты хочешь прям тело брови прокрасить, тогда просто ставишь его на основную поверхность и проводишь несколько раз по бровке. Если ты хочешь пройтись там по нижнему контуру или по верхнему контуру, тогда просто стик ставишь как бы бочком и краешком прорисовываешь. Потом обязательно после использования прочесываю щеточкой, снимаю излишки продукта, и получается очень красиво. Если сверху еще нанести прозрачный гель для бровей, то вообще получается идеально. В общем, интересное средство, я думаю, что не всем понравится, не всем подойдет, но мне понравилось, правда, удобная вещица. Но если вы любите, кстати, прорисовывать себе отдельные волосочки на бровях, то тогда не берите, потому что с этим стиком это сделать, ну, просто нереально. Это продукт для тех, кто любит такую теневую растушевку. Из продуктов для губ вышли новиночки у Divage. Это бальзамы для губ с оттенком, называются они Nude Balm Lipstick. У меня оттенок 04 Naked Blush. Оттенок очень красивый такой, нежный, повседневный нюдик. Я думаю, что подойдет и понравится очень многим. Текстура у этого бальзама скользящая, такая питательная. На губах ощущается очень комфортно. Если есть какая-то сухость и шелушинки на губах, он очень так приятно все это дело сглаживает, напитывает, и губы становятся более мягкими. Несмотря на то, что это оттеночный бальзам, а не помада, оттенок здесь такой достаточно выразительный. На осень и на зиму я люблю такие питательные маслянистые текстуры на губах. Я думаю, что закажу себе попробовать еще какие-нибудь другие оттенки. Но вот 04 мне понравился. Его точно могу посоветовать. Две новинки от Luxe Visage. Я думаю, что про белорусские новинки, наверное, стоит снять отдельное видео. Но сейчас вот парочку эту обсудим. Первое — это консилер. Консилер называется Ultra HD Soft Focus. Я его выбрала в оттенке, а я не вижу, в каком оттенке. Нашла в оттенке 12 Nude. Оттенок оказался достаточно светлым, и этот консилер светоотражающий. В нем есть светоотражающие частички. У него очень легкая формула, я бы назвала ее флюидной. Она буквально тает на коже и сливается с кожей. Степень покрытия у него легкая, какие-то
ярко выраженные синячки под глазами, пятна под глазами он вам точно не перекроет. Он скорее, вот, знаете, для маскировки совсем таких незначительных каких-то несовершенств под глазками. И если хочется просто освежить эту зону и визуально как бы ее вот выгладить, придать ей такой больше холености, большей свежести. А мне понравился, потому что я как раз вот такие легкие консилеры, светоотражающие, очень люблю. И для меня, кстати, важно, что он не закатывается здесь в микромимические морщинки и не подчеркивает здесь сухость. Он смотрится очень натурально, очень красиво. И вторая новинка — это блеск для губ. Называется он Icon Lips Glossy Volume Lip Gloss. И это у меня оттенок 506. Оттенок очень красивый, карамельный, с небольшими золотистыми светоотражающими частичками. Но это именно светоотражающие частички, это не блестки. То есть вы не будете их ощущать на губах. Вот если сомкнуть губы, и в блеске есть блесточки, они могут ощущаться как что-то такое вот шершавенькое, как какие-то крошки в блеске. А здесь такого нет, вот эти частички видны только если прям разглядывать текстуру блеска. На губах это все выглядит просто как такое красивое глянцевое карамельное сияние. Я, кстати, почему-то думала, что этот блеск будет с плампинг-эффектом, наверное, потому что он называется Glossy Volume. Я думала, что здесь будет какой-то ментол или перец, что-то такое, что будет стимулировать кровообращение и увеличивать объем губ. Но нет, здесь ничего такого абсолютно нет, это просто классический блеск для губ. Ну, надо сказать, весьма хороший блеск для губ. У него такая плотненькая, густая текстура. Он здорово разглаживает все складочки на губах, делает губы такими сочными, пухленькими, красивыми, приятно пахнет. Здесь такой удобный мягкий спонжик, удачный, прям удачный блеск для губ. А в плане липкости он не особо липкий, хотя, знаете, вот напишите в комментариях, что вы подразумеваете под липким блеском для губ. Для вас липкий блеск — это тот, к которому прилипают волосы на ветру, или это тот, от которого слипаются губы при смыкании? Вот для меня липкий блеск — это тот, от которого слипаются губы, когда ты их смыкаешь. Вот такие блески я называю липкими. А если к блеску липнут волосы, то такой блеск я не могу считать липким, потому что это блеск. К нему в любом случае будут прилипать волосы. Главное, чтобы губы не слипались. От этого блеска губы не слипаются, но волосы к нему на ветру все-таки будут прилипать. И осталось у меня здесь еще несколько продуктов от бренда Пластинкина. Пластинкина — это бренд, созданный нашим российским визажистом Олесей Пластинкиной. Я так понимаю, что бренд достаточно молодой. И знаете, первое, конечно, что цепляет внимание в этих продуктах, это их забавные названия. Например, тушь называется «Хороший муж», подводка называется «Стрелки не под водочкой». Также у спонжа там забавное название, спонж называется «Безликий». Ну, в общем, такие названия, которые запоминаются, улыбают и вот с таким тонким намеком. Начну с туши, раз уж я держу ее в руках. Тушь на самом деле очень интересная. Она двухсторонняя. И эта тушь водостойкая, как называют ее сам бренд, она слезостойкая. И это, кстати, чистая правда. Тушь реально не растекается ни от слез, ни от попадания воды. Я уже достаточно давно ее тестирую, и в плане стойкости у меня к ней вообще никаких вопросов нет. Не отпечатывается и не течет, держит просто железобетонно. Классно, что она двухсторонняя. Вот прям, мне кажется, гениальная задумка. С одной стороны, здесь ультра маленькая тоненькая кисточка, щеточка, а с другой стороны классическая фибровая щетка. Маленькой щеткой супер удобно прикрашивать нижние реснички. Она прям так деликатненько захватывает каждую ресничку и совершенно не пачкает века. И также этой маленькой щеточкой, кстати, можно и верхние реснички прокрашивать, тогда просто получится такой максимально натуральный, естественный эффект. Вторая щеточка здесь среднего размера, не особо крупная, абсолютно классическая, вот знаете, ничем особо не примечательная. Я вообще не фанат водостойких тушей, потому что у них у всех одна и та же проблема. У них недостаточно пластичная формула. Я все-таки люблю, когда у туши такая кремовая пластичная формула, благодаря которой ты можешь как бы разложить реснички вот в том направлении, в котором тебе нужно. У водостойких тушей этой пластичности обычно нет. Да, она прокрашивает реснички, да, она делает их более объемными, она их слегка удлиняет, но вот вы выложить с ней ресницы так, как я хочу, ну, практически невозможно. Плюс она достаточно быстро схватывается на ресничках, как, в принципе, и все водостойкие туши. И если ты хочешь нанести второй или третий слой, нужно действовать прям очень быстро, не медлить, быстренько чик-чик, второй, там, третий, четвертый слой и так далее. В общем,
общем, в целом, девчонки, если вы любите водостойкие туши, я могу посоветовать, она хорошая. Она хорошая, и вот эта задумка с двумя щеточками, по-моему, просто вот гениальная. И, кстати, на глазах она ощущается комфортно, в глаза в течение дня не осыпается, не раздражает глаза. Прям вот я поставлю туши твердую 5 из 5, просто мои личные предпочтения, что я водостойкие туши, ну, не сильно люблю. Следующее, что мы обсудим от бренда Пластинкина, это подводку. Подводка здесь очень интересная, она тоже двухсторонняя. С одной стороны, здесь у нас классический черный лайнер, ну вот, кстати, минус, о котором я хотела сказать, это упаковка. Упаковка здесь какая-то неудачная, у меня постоянно выскакивает вот таким образом сам лайнер, приходится несколько раз, бывает, открывать, чтобы нормально открылось. Вот сейчас вот вообще не получается. Вот, в общем, здесь как-то колпачок застревает, и из-за этого не получается нормально открыть. Ну, в общем, если нормально открыть, то мы здесь видим фетровый тоненький наконечник. Очень хорошо этот лайнер пропитан пигментом, хорошо рисуют стрелочки. Кончик тонкий, пластичный, можно нарисовать и тоненькую стрелочку, и потолще. И этот лайнер, девчонки, держится, ну, просто железобетонно. Если у вас растекаются все подводки, если у вас отпечатываются все подводки, посмотрите в сторону этой, потому что она самая стойкая, наверное, из тех подводок, что я пробовала. Ее даже смыть с глаз тяжело. Чтобы ее смыть, нужно двухфазное средство для стойкого макияжа. Мицеллярной водой она прям с большим трудом стирается. И со второй стороны здесь находится клей для страз. Вот здесь тоже есть проблема с открыванием. Вот сейчас получилось открыть с первого раза, а так тоже периодически выскакивает вот эта внутренняя часть лайнера. Клей здесь абсолютно бесцветный, он просто такую влажную рисует линию. Я пробовала им рисовать стрелочку и сверху посыпать эту стрелочку блестками. Получается очень красиво. Ну, либо можно использовать для того, чтобы приклеивать стразы. В бренде Пластинкина есть рассыпчатые спарклы. Сияют они просто потрясающе. Красиво переливаются. Тут дуохромные различные сияния разных цветов. И каждый оттенок красив по-своему. Но мне больше всего понравился оттенок Дали. Он переливается каким-то голубым, розовым, сиреневым. Смотрится очень красиво в макияже глаз. И все эти спарклы можно наносить как влажным, так и сухим способом. И в зависимости от того, как вы их будете наносить, оттенок будет смотреться по-разному. Очень красиво сверкают, очень красиво. Прям сразу привлекают внимание к твоему макияжу глаз. Но вот то, что они рассыпчатые, это, конечно, на любителя, девчонки. Потому что пока вот достаешь его из баночки, пока несешь к векам, часть начинает осыпаться с кисточки на туалетный столик, на одежду, на лицо и так далее. Ну, в общем, к рассыпчатым сияшкам нужно прям приноровиться. Нужно немножко набить руку, чтобы ими пользоваться аккуратно и не пачкать все вокруг блестками. Плюс под рассыпчатые спарклы нужно выбирать липкую базу под тени, чтобы они хорошо фиксировались на липкой базе. Без липкой базы рассыпчатые спарклы у вас просто будут в течение дня осыпаться. Оттенок Коко — это серо-графитовый оттенок. Он мне, кстати, показался из этой троицы самым таким простеньким и менее интересным. Но, возможно, если вы любите серые цвета в макияже глаз, вам понравится. И оттенок Фрида — это такой красновато-розовый цвет. Также в бренде Пластинкина есть спонжик для макияжа, который называется Безликий. Спонжик хороший, спонжик мягкий, тут нет крупных пор, за счет чего он сильно в себя тональное средство не впитывает. В общем-то, тон распределяет хорошо. Не знаю, что еще про него сказать, просто, ну, хороший спонж. Хороших спонжей сейчас на самом деле много стало выходить. Уже редко кто делает такие деревянные спонжи, которые лупят тебя по лицу, как мячик-попрыгунчик. Вот помните, раньше каждый второй спонж такой продавался, сейчас такое встречается, но уже достаточно редко. Ну что, девчат, на сегодня все. Про все продукты рассказала. Постараюсь найти на все средства ссылочки и оставлю их для вашего удобства в описании под видео. И также напоминаю, в описании под видео вас ждет ссылка для регистрации на бесплатный мастер-класс по удаленной работе. Обнимаю вас и желаю вам прекрасного дня.